«Возьми крест свой и следуй за мной». В Брянске в канун праздника воздвижения креста Господня было совершено всеночное бдение. Возглавил богослужение митрополит Брянский Исевский Александр. Всеночное бдение и чин воздвижения креста состоялись в Брянском кафедральном соборе во имя Святой Троицы в сослужении соборного духовенства. За богослужением из алтаря на середину храма был изнесен крест, где владыкой Александром был совершен чин воздвижения креста. Также за вечерним богослужением архипастырь совершил помазание или молящихся. Обретение креста Господня состоялось 1689 лет назад. Тогда, благодаря трудам святой равноапостольной царицы Елены в Иерусалиме, на некогда святом месте смерти Господа многие годы оскверненного храмом языческой богини Венеры, смогли откопать тот самый крест Животворящий. Сейчас его частицы хранятся в различных христианских храмах по всему миру. Например, в России эти святыни есть в Троице Сергиевой Лавре, Александро-Сверском монастыре и церкви Анастасии Узорешительницы в Пскове.